Ha ha ha!
Фримен. Вортигон говорил, что он скоро появится. Доктор Фримен, Алекс Фэнс там. Форд пытается привести ее в чувство. Фримен, вот это славно. Дух Алекс Вэнс едва держится в теле. Мои соплеменники уже близко. Смотри, чтобы нам никто не мешал. Ага, и кстати. Фримен, раз уж ты здесь, помоги нам. Давай я тебе покажу, как работают датчики приближения львов. Если надо, там есть немного припасов. Патроны и аптечки. Датчик включится, если в тоннеле появится лев. Чем больше сигналов, тем больше львов. Если тоннель светится, как новогодняя елка, мы разворачиваем пулеметы. Просто и понятно, а, Док? Эй, Док, ты ведь не привел за собой хвост, а? Не слушай его, Док. Мы на взводе из-за муравьиных львов. Форд сказал, мы достаточно далеко от гнезда, чтобы они нас не услышали. Главное, не причинять вреда их личинкам. А, но мне что-то не хочется проверять эту теорию. У нас остались всего два пулемета, и те держатся на клейкой ленте и честном слове. С ними, конечно, чувствуешь себя спокойнее, но расслабляться не стоит. Эй, Грикс, покажи доктору Фримену, где мы держим медикаменты. А, да, вон там, где сейчас Форд. Бинты, аптечки и все такое. Начинается. Один сигнал. Идем! Надо защитить Ворта! Ты когда-нибудь раньше видел муравьиных львов? Сюда, Шекли! Мы на правах! Все ничего, пока они лезут из одного тоннеля. Доктор Фримен, на тебе пулеметы. Фримен, но без тебя здесь было гораздо спокойнее. Львы в 24-м! Скорее, скорее, сюда! Да тут я, тут! Давай, не отставай! Может, тут останемся? Мы на 36-м! Док, займись 12! Давай, в следующий раз, когда на меня нападет лев, ты поможешь отбиться. Да, конечно, не заметить полутораметрового жука.
Шекли! А? Шекли! Да что тебе? Мы на провале! Эй, док! Бери 24-й! Они лезут повсюду! Еще 12-й!